Школьники напишут всероссийские проверочные работы в период с 1 марта по 20 мая. Конкретные даты для каждого класса школы определят самостоятельно. Проведение ВПР начнутся со старшеклассников. В 10-х классах ребята сдадут географию, в 11-х — историю, биологию, географию, физику, химию и иностранные языки. А также выпускники напишут единую проверочную работу по социально-гуманитарным предметам. Далее, с середины марта по 20 мая пройдут ВПР для школьников с 4 по 8 классы. Обязательными для всех будут контрольные по русскому языку и математике, а также окружающий мир для 4-х классов, биология и история для 5-х классов и иностранный язык для 7-х. В тот же период проведут ВПР по истории, биологии, географии и обществознанию, физике и химии. Всероссийские проверочные работы — это итоговые контрольные, которые проводятся в школах по завершении обучения в классе. Они проходят по отдельным предметам для оценки уровня знаний учеников.